повторюсь, нет смысла детально прописывать, допустим, небо, если у вас совсем все по-другому. Вы будете повторять и, возможно, еще делать хуже. Значит, насчет птичек быстренько показываю. Да, птички можно делать, допустим, если светлой краской, тонкой кистью. Это такие галочки. Можно их делать, ну, допустим, композиционно, чтобы они интересно смотрелись. Если здесь света много, то лучше, наверное, здесь сделать. Это можно сделать различными. Вот такими галочками. Сейчас я поближе поднесу и покажу. И, допустим, какой-нибудь там меняя цвет, допустим, светло-голубой, чуть подкрашенный, да, таким образом можно показать, что она где-то либо вдали, либо так вот подальше находится. Особо много их не надо делать, но вот у меня уже пошел перебор, поэтому какие-то можно сразу удалять. Если вам не нравится, да, то можно удалять их. Вот выглядят они приблизительно вот так. То есть это очень просто. Обычные вот такие вот точечки. Вот она, галочка, да, вот так вот. Сделали и все. Всякие флаги на кораблях тоже могут быть, но если они вот такого, знаете, там какие-то красненькие, но еле-еле видны вот где-то что-то. Либо здесь вот красненького тоже можно добавить. Отраженцы можно сделать. Волны вот здесь вот спокойно прописать. То есть это все можно делать тоненькой кистью, но очень, чтобы все так было умеренно, понимаете? Основное понятие это вот эта вот волна. Вот она идет. Все, на этом, друзья, все. Спасибо вам, удачи и всего хорошего. Пока.
какой мой серийный номер? Восемь.